Образовательная программа проекта спланирована таким образом, чтобы дать школьникам наиболее полное представление как о положительных, так и об отрицательных сторонах использования интернета. 7 правил безопасности показаны через 7 историй, которые происходят с главными героями проекта – мультипликационными персонажами, Митясиком и Интернешкой. Каждая история раскрывает одну из опасностей интернет-среды и учит ребенка эффективным правилам поведения в подобной ситуации. После урока юные посетители выставки закрепляют полученные знания с помощью занимательного квеста. Следуя по маршруту, они решают головоломки и задачи, связанные с темой урока.